Добрый день! В данном видео мы с вами рассмотрим новую разработку Авроры. Это перистальтическая установка МДП-200Б. Как вы видите, она имеет 4 головки, которые могут работать как вместе, разливая совершенно одинаковую дозу, так и раздельно. Хоть одна, хоть две, хоть три, хоть четыре. Также могут работать вместе, но наливать разную дозу. Давайте, пожалуй, начнем. Сразу же зальем. Пожалуйста, вам 100 мл разлито. Установка имеет сенсорный дисплей. Как вы видите, на основное меню вынесены все основные функции. Зайдя в меню настройки, вы можете изменять укупорочную головку, тип шланга. Можете включать либо выключать сами дозирующие головки. Выбирайте объем и время розлива. Нажимаем выход. Калибровки вы можете калибровать первую головку отдельно, вторую, третью, четвертую. Также можно еще на данную установку накладывать сверху дополнительно еще несколько уровней головок. Можно, если необходимо, налить разную дозу на каждую из головок, добавить необходимое количество миллилитров, ну либо, естественно, убавить. Ну, впрочем, сохранение. Сохранение — это вы можете сохранить свою дозу, свои калибровки, чтобы в следующий раз уже не сидеть, не настраивать, а просто нажать и выбрать из кнопки «Сохранить». Впрочем, на этом все. Я вас благодарю. Всего вам доброго и до свидания.